Здравствуйте, друзья! На ваших экранах, в принципе, я, но таким вы меня еще не видели. Это моя аура. Видите, так, синенькая-синенькая, а справа внизу такое немножко сиреневенькое. Аура меняется, естественно, и измеряем мы ее. Ну, вот у Светы тут есть лэптопчик, а на самом деле вот есть вот этот сенсор. Так, руку. Свет, положи руку, чтобы было видно. Вот. Давай я сейчас себе сделаю. Да, просто. Хорошо, мы сейчас сделаем Свете. Вот тот, какой я сейчас есть, это я такой после того, как Светлана меня энергией рейки обработала. Так, я вот сейчас такой обработанный. Света, мы можем сказать, что вот синенький с фиолетовеньким, это о чем? Послушай, мы сейчас не можем это сказать, нет. Но у нас есть фотография до и после. Дай мне сделать. Давай, фотографию, все. Меня... Друзья, мы снимаем Светлану. Она, вот вы видите Светину ладошку на устройстве. Здесь она должна себя поймать в качестве фотки такой. А ты получишься в кадре. Да, я не буду. Ну, я отойду немножко. Да, я отойду. Там какой-то интерфейс. Вот Светина фотография. И она сейчас ее немножко сделает более центральной. Фотографии не имеют отношения к делу. Но просто когда уже аура и там... По центру должна быть фотка. Значит, ну вот, вот. Ты тут у меня мелькаешь. Я тебе, Свет, оно не помешает. Там важно только твое лицо. Давай. Вот вы видите, значит, прибор пошел вычислять, что со Светой происходит. Но я хочу сказать, что... Видишь, у нас одинаковые цвета. Работая со мной, с одной стороны, с другой стороны, будучи моей женой много лет, знаете, люди, которые живут вместе много лет, у них... похожие ауры по цветам. Это не так. Зачастую. Не, зачастую. Вот если ты приходишь с работы, да. Или вообще мы с тобой не контактируем, у тебя совершенно да. другие цвета. Это Светик, просто... это нужно общаться. Нужно общаться. Да. Видишь, а у тебя синенькая с немножко красненьким. У меня это мои цвета стандартные. Не красный, это лиловый. Лиловый. Пусть будет лиловый. Вот, друзья, теперь вы про Свету все тоже знаете. Вы никогда еще не видели такую Свету, но теперь вы ее увидели. А вот теперь, друзья, вы видите двух Михаилов в двух разных окошечках на Светином лэптопе. Значит, вот справа это тот, который был после сеанса рейки, а слева это тот, который был до. Надо сказать, что ни в том, ни в другом ничего плохого нету особо, но, в общем, вы видите, как Светлана на меня повлияла. Вот, так что... Надо сказать, что, приобретая систему, мы договорились с конторой, что сделаем им локализацию на русский язык. То есть у них есть на русском языке? Да, обрати внимание, вот это чакры, да. Видишь, они были, сейчас они стали более ровные. Чакры, вот это мои чакры, они были такие немножко разбалансированные, да. А вот здесь чакры стали более сбалансированные. Значит, ну, в принципе, если там процентов там 30-40 есть, то уже нормально все. Да, правильно я говорю? Ну, короче, договорились, что мы будем им делать локализацию на русский язык. У нас студентов много. И они довольно много продают именно в России, там, в Украине. Вот это еще не и, а вот, друзья, Светлана до и после того, как она со мной поработала. Значит, слева до, а справа после. Вы видите, что и на нее тоже снизошла благодать в виде спокойствия. Вот это синенького цвета, такого умиротворения. Видите как? То есть полезно не только принимать энергию рейки от начинающего специалиста, но и самому специалисту тоже это все очень даже на пользу. Друзья, в целом я считаю, что мы наш сегодняшний репортаж об этом деле закончили.